Salutón, camaradoy! Only revolution, only victory. Только революция, только победа. С вами Playboy Атомный, и мы продолжаем бои галактической революции. Я сумел с помощью модификации, есть специальный альбом у меня, разборка игр, где я разбираю игры с точки зрения кода. В общем, я посмотрел сценарии, смог изменить, и большинство сценариев я смог сделать таким образом, что можно выбирать сторону. И, собственно, попробую пройти их все на трудном для лиги. Я их никак не балансировал, просто посмотрю, как они так работают. So I've managed to mod the scenarios to be able to be playable by both sides. This is made, I created album Disassembly, where I learn code of different games and try to create my own modes. For example, if we go to campaign, there you can see that appeared six campaign on the new planet. И, собственно, да, я начал разработку шестой кампании за Лигу. Видите, новая планета. Это моя собственная кампания, она уникальная, она ни в каких других версиях недоступна. Ну, я ее потом выложу отдельно. So, I will place this scenario separately. And if you want to create your own mods for a Massive Assault or want interested in programming and how it's made, you can watch the album Disassembly. So let's start as a leak. I did not tune this mission in any other way. I will play them on hard. So what I did, I just did the opportunity to play by both sides those missions. All forces are remained as it they was, like so. В общем-то, and all the comments and all the text is remained. В общем-то, все осталось как прежнее, только позволил играть за две стороны, но все тексты, все расстановки сил такие же, как и раньше. So let's play it on hard. Давайте поиграем. Раскрытие союзников. So skip that. Пропускаем. Противник напал на вашего секретного союзника и продвигается по дороге по направлению к позициям ваших партизан. So the enemy, so the League is going through the secret ally of the FNU to the enemy forces. Он не подозревает, что эта страна, ваш секретный союзник, и не ожидает серьезного сопротивления. Но уже знаю. So, the League forces do not know that this is a secret ally. Well, right now I know that. Я это уже знаю. Вам следует раскрыть своего союзника, мобилизировать его регулярные части и окружить вражескую колонну в лесах. Для такой засады лучше использовать легкие части. So the FNU now will try to surround forces of the League and try to attack from many directions these forces. I will try to save them. Никто из захватчиков не должен уцелеть, генерал. Everyone should die. Слово о поражении. And the problem is that this is the move for the FNU. И проблема в том, что сейчас, собственно, действия FNU. Боевые действия. Yeah, this what I was afraid. Да, это то, чего я и боялся. So we need to retreat. Нужно отступать в срочном порядке. This is better to do as fast as possible. Желательно это делать как можно быстрее. Okay, have we ever any resources? Имеется ли у нас какие-то ресурсы? No, we don't have any. So this is all forces we get. В общем, это все силы, которые у нас есть. И больше ресурсов не будет. We cannot give them this country. Мы не можем отдать им эту страну. Окей, хорошо. Well, this tank is in dangerous position. Этот танк в очень серьезном положении. Mm.
It will die next turn. Он будет уничтожен в следующий ход. And okay. И хорошо, перемещаемся. Right. Хорошо, перераспределили войска. This tank will be destroyed the next turn. Этот танк в следующий ход будет уничтожен. Interesting. Could I handle? Интересно, смогу ли я справиться с этой ситуацией? Okay. We need to press on. Нужно наступать. Нужно наступать, чтобы уничтожить как можно большее количество войск. I think we can handle. Я думаю, мы справимся. Боевые действия. Окей, так, хорошо. So, I like that. Мне это нравится. Now we are winning. Сейчас мы побеждаем. I hate those rocket launchers. Ненавижу вот эти ракетные установки. Well, okay. Ну, нормально, меня устраивает. Oh, they destroyed that tank. That's sad. Они уничтожили все-таки танк. Это грустно. But the heavy artillery is destroyed, но тяжелая артиллерия уже уничтожена. Yeah, we have won. Да, мы победили. Окей, хорошо. Боевые действия. And this is... Everything is awesome. Все прекрасно. Maybe like so. Пока вот так. What I want to capture the capital. Что я хочу захватить столицу. Бой, генерал. Боевые действия. Окей, this is manageable. Это мы справляемся пока. And the capital will soon be under our control. И столица скоро будет в нашем распоряжении. So. Firing. Давайте стрелять. Let's step back. Отъезжаем назад. Снаряды еще есть. And the phase. Конец фазы. Окей. Returning. Phase. Возвращаемся на базу. And the capital would be ours right now. И сейчас столица будет наша. Боевые действия. Столица захвачена. Окей. So this is total victory. Вот и, собственно, глобальная победа. Yeah. Ничего сложного не было. So this is this mission is pretty balanced. Эта миссия весьма отбалансирована. За лигу можно победить. So let's see the next mission. The next mission I will play again is the league. Вам предстоит освободить нейтральную страну от захватчиков, проведя встречную фронтальную атаку. So we need to so league is attacking and the FNU trying to defend the neutral country. Окей, let's see what is this. Давайте посмотрим, что тут. Раскрытие союзников. Let's skip. Пропустим. Окей. Противник вторгся в нейтральную страну Вестернберг. Собственно, Лига вторглась. So, League has invaded the Vestenberg country. К счастью, наш секретный союзник находится неподалеку, его армия уже спешит помочь. The FNU secret ally is nearby and they trying to help. Вы должны освободить Вестенберг. You need to liberate. So FNU tries to liberate Vestenberg. Состав ваших экспедиционных сил входит флотилия амфибий. Они могут двигаться как по суше, так и по воде. So FNU has the amphibious forces and they can be used as on the surface and on the water.
В добрый час, генерал. So, good luck. Нам нужна эта планета. General. Let's see here they are attacking. Да, они атакуют. Oh, this is hard. Да, тяжело. Do we have any resources here? Есть ли у нас какие-то ресурсы? Нет. So, let's think. Значит, давайте подумаем. Окей. Ну, нет. Значит, нужно немного перераспределять атаку так, чтобы уничтожать каждый раз противника. We need to direct fire as fast, as strongly as possible. Okay, I'm thinking redirecting this fire. Я думаю перенаправить здесь огонь. Tank is more dangerous. Танк более опасен. Can we use here? No, we cannot use towers. Нет, нельзя использовать башни. And turn. Конец. And we lost. Well, this is hard. Мы потеряли достаточно много войск, и это, собственно, тяжело. Okay. Here tower will work. Здесь уже башня работает. So here goes the bot. Здесь работает бот. We don't need to move that. Не нужно передвигать это войска. Well, I suppose we need to fire this. Думаю, нужно уничтожать вот этот. I cannot redirect fire. Не могу перенаправить огонь. Боевые действия. Окей, хорошо. Пока все нормально. So right now everything is manageable. That's nice. Так, все хорошо. Well, everything okay. Все нормально, меня устраивает. Боевые действия. Окей. Это здорово. And yes, we have beaten from this country the enemy. Да, и мы выбили врага из этой страны. Is this victory? Это победа. Yeah, this is victory. Да, это победа. So we win ratio, win to lose ratio. We almost twice less casualties on our side. Вдвое меньше потерь на нашей стороне. Yeah, kind of so. Типа того. So this is like river crossing. Противник организовал сильную береговую оборону. Переправьтесь через реку и покорите вражескую страну. So the FNU tries to invade the country crossing the river. We need to protect it. Let's start. Раскрытие союзников. Верховное командование Объединенных Вооруженных Сил Свободных Наций приказало установить полный контроль над вражеской страной Кантелер. Противник сформировал две оборонительные линии. Под прикрытием легких войск позиции занимают мощные остричи и дестураты. So the command of the FNU ordered to capture the Cantelier country. The league has formed the good defense, consists of ostrich bots and death turrets.
that are protected by light forces. Острём вашей атаки будут амфибии. Используйте их для захвата и удержания плацдарма. So they will use amphibious as the main assault force. Ваши основные силы вторжения находятся на борту двух морских транспортов. Разверните их позади своих амфибий. So they have additional forces in their transports. They need to be opened behind the amphibious. Военно-морской флот передал ваше распоряжение два линкора. Они обеспечат огневую поддержку десанта. So two line cruisers are given by the command, and FNU tries to have the artillery support from them. Отвага и доблесть решат судьбу этой битвы. Удачи, генерал. So, like, courage and dignity will decide the outcome of this battle, and it would be on our side. Прошли так. Подплывают. Боевые действия. So, okay, everyone started. Да, все начали. Let's go. Поехали. Окей, так, хорошо, пока все нормально. Энфейс, конец фаза. Боевые действия. Oh, how they are trying hard to destroy the Death Turret. Как же они тяжело стараются уничтожить турель. Окей. Okay. Yes. Отлично. And now aviation will end the enemy's forces. И теперь авиация, собственно, добьет вражеские силы. Well done. Отлично сделано все. While they are not using their transports, I don't know. Не знаю, почему они используют свои транспорты. Там бы дополнительные войска были. Well, they gonna die still, but maybe they decided, those who fail will save their lives. Уже они подумали, что типа, все равно провалятся. Лучше мы спасем чьи-то жизни. No, I can't attack that. Не могу атаковать. And this is victory. И вот и победа. Очень неплохо, генерал. So we lost like two. This is 11 times larger, lesser casualties than the capitalists. Capitalists lost 22. В общем-то, у нас в 11 раз меньше потерь, чем у капиталистов. Это хорошо. Saving the revolution. Okay, so this is the missions from the English version, and I did not tune that. В общем, есть миссии из английской версии, я их не изменял. Okay, so the Holy Mountain, Священная гора. Займите круговую оборону у горы Монт-Либерт, святыни нашего народа. Отразите атаки противника и освободите соседние страны. So FNU has concentrated their defense against, around the Holy Mountain. Oh, this is awful, and we need to press on and destroy them. Let's see. Это Монт-Либерт, символ свободы стран союзников свободных наций. So this is Mountain Liberty, the symbol of the nation's force. Forces.
Наши войска заняли круговую оборону. The enemy have organized the nations organized the circle defense. Вражеские орды напирают со всех сторон. So the league invading from all sides. Окей. Окей. Yes, see. From all sides. Со всех сторон напирают. Враг рассчитывает найти здесь богатую добычу, но должен найти только свою могилу, генерал. So they're thinking that the league need to find their graves, not their victory. Мы не можем позволить врагу захватить страну Раджерия. Командование разрешает вам временно уступить любую из стран, кроме нее. So the FNU is directed to hold the Rogeria country. All others could be wiped off. So this we need to conquer in order to win. Покажите им, что способны силы свободы и демократии. Вперед, генерал. So let's see who will win. Посмотрим, кто победит. Главнокомандующий не обрадуется. Well, this mission is disbalanced. Эта миссия точно дисбалансная. So this is the first defeat. Это первое поражение. Раскрытие союзников. Yes, let's go to Удачи, the end. Генерал. Пойдем к концу. So this scenario is made around this country, and we have only one unit that is on these borders. It could be easily killed, and this will lead to the defeat. This is a stupid mission, even if you play as FNU. Это глупая миссия, даже если вы играете за FNU. For example, let's go here. Давайте попробуем. Let's go as FNU. Давайте попробуем за нации сыграть. Раскрытие союзников. Покажите, yes. Как надо воевать. And... Oh, the problem is that... Now it would be the turn of the league, so they will enter in a way that it is impossible to beat them. Yes? В общем-то, сейчас сходит лига, и они вот в таком положении, что невозможно их разбить. Oh yeah. Боевые действия. And if we are playing for the league, the first turn is made by FNU, and we and they can easily beat us. В общем, если мы играем за лигу, то первый ход за союзом, и мы не можем ничего сделать. And yes. Mm-hmm. Okay. So this mission need to be tuned. Эту миссию нужно немного видоизменить. I will make the first turn for the league. Я сделаю первый ход за лигой. Угроза с флангов. Отразите комбинированную атаку на свои фланги и освободите дружественные страны. Не упускайте из вида подкрепления, идущие на помощь врагу. So we need to... So the nations need to... destroy the incoming attack and then destroy the reinforcements that are coming to the league. And we are the league. Okay, хорошо. Oh, here is the camera turn. I need to see how that got made. Вот здесь поворот камеры, надо будет посмотреть, как этот код сделал. Враг атакует оба фланга вашей позиции. So the, the league attacking from all sides. В каждой из ваших стран еще осталось немного ресурсов, но вы не можете воспользоваться ими, пока хотя бы один неприятельский юнит находится на их территории. So these countries are
they have resources, but nobody can use them while the enemy forces are in that country. Вы должны уничтожить захватчиков и освободить своих союзников. So the FNU forces trying to attack. Обратите внимание на эту вражескую группировку, включающую в себя аннигилятор, которая движется по дороге для поддержки атаки. So the League has reinforcements that consists of two annihilators, and they are coming from the road. Good luck, General. Удачи, генерал. Окей, хорошо. Боевые действия. Для начала мы пойдем вот эту захватим страну. Okay, this country is captured. I think we don't need to attack right now. Думаю, сейчас не надо атаковать. Well, maybe it's better, Rex. So, возможно, лучше вот так вот задвинуться. Давай будет вот так вот. Вы ничего не забыли? No. Нет, ничего не забыл. Боевые действия. Окей, так, хорошо. Again, this country is wiped out, cleaned out. Эта страна снова очищена. And now we need to destroy that bot. И теперь нужно уничтожить вот этого бота. This is done. Это сделано. Okay, so the enemy forces here defeated. Здесь вражеские силы повержены. I think everything fine. Думаю, все нормально. Боевые действия. Right. Хорошо. Собственно, все уничтожено. Everyone is destroyed right here. I cannot
lose that artillery. Могу не потерять эту артиллерию. Yes, this is better. Так лучше. Is there any resources? Small resources. Тут мало. I will need to transport. Понадобится транспорт. Окей, так, хорошо. Уничтожим вот это все. So here almost everyone is dead. Здесь уже почти все убиты. Alright, we received the reparations and the okay. Значит, мы получили репарации и еще кучу всего полезного. So I like this. Мне это нравится. Let's retreat. Отступим. Мобилизация. Alright, so I will use transports. Стану использовать транспорты. I will take 3. Сделаю 3. And a rocket launcher. И ракетницу. Решайтесь, генерал. Боевые действия. Отвел немного войска. Окей, I like everything. Все мне пока нравится, все. А вы кое-что забыли? No. This is the end of the phase. Конец фазы. Боевые действия. Okay, and now we will attack. А теперь мы, собственно, атакуем. Yes, this is nice. Так, все хорошо. One, two, three. Okay, let's block here. Здесь выведем наш танк. That's nice. Okay, we were victorious. Мы уже победили фактически. Боевые действия. Mm.
This is perfect. Да, идеально. And we're victorious. И мы победили. Враг повержен, генерал. Let's see the statistics. Посмотрим статистику. So our casualties are twice lower than the capitalists. The greatest losses was small foods and tanks, and the greatest losses of the our losses was tanks, and the greatest losses of the FNU was small foods and tanks. Then this is nice. Only revolution, only victory. Till next episode, comrades. Только революция, только победа. До следующего эпизода, товарищи.